Жалобу на свою управляющую компанию теперь можно подать через интернет. В регионе начал свою работу специальный сайт ИРК-ЖКХ. Граждане, недовольные качеством работы коммунальщиков, могут отправить заявление. В нем нужно будет указать свой адрес и название компании, а также описать проблему. Передача жалоб будет происходить автоматически с обязательным подтверждением получения. Это позволит избежать утери писем от населения.